Арах каштар фалтара тахшым факананс ашта ушта джиништа. Ниярджитан ашчагва йыкан зина драгагум мраэрташын ама афойнадыл доктора мэнзинатта ахаштканын. Консультативу на хошбаканын шабу ну Николай Пироговану мылшывалата клиникон рэнчын доны специалисттан. Доктор тасагатир штумма шыдышты фыца хатны ридаган феттой артын пациенты фылдар хабарта разурзан на вас хашак. На шею сильно жалуются. Не больно? Афызражма забайты анзор ұрхауди ашт метр баржандан балашай. Ерағышты дегултай салдыр, шты еревгудыр ашашт. Берырыштык бақудлып ойын ені нежзин адуавыр фахуждар кынынын. Асыт физиотерапия и салдыр курсы. Ныртыкы анзор ұрвылбундары шырмагон кірсет. Бира раштагна бакут самай фавидар даруайена нижзина от куя бажет там машкуя доктор тардам шауза что вата на мангарбаса он фан шкот там ман магаш караж дарима абарга я его авар фахуш дар школа мадар райде таса он. У меня болит шея, бывает на уроках болит и полностью все. Физкультура я сейчас не могу заниматься. Доктор ты нахаштам гашка анзоры шаштыта каразил фахасы дышты ама байгашышты. Ныртака кау дарттыр забахгана мазалтыл кушын. Медикты охушай сабыррыштаг малапуй бонузан спортай архайындар. Анзор ума тынгы калма кашы. Нужно записаться на какое-то реабилитационное лечение, желательно для того, чтобы мышечный тонус восстановить, потому что он длительное время, видимо, ограничивался в движениях, судя вот по осмотру. Нужно восстанавливать мышечный баланс ему и возвращаться к нормальной жизни. Алла пациенти мадар доктор таламбынагай нахаш кынынс, амонынсын, дартыр шахи кудзабах кынын кау уй. Урашешывалаты клиникон рэнчандоны специалиста аркаштышты шывалаттым республикай ал районтай. Доктор-то консультации асы длавар клиника здоровья. На базе нашей многопрофильной больницы предлагается хирургическое лечение самого широкого спектра патологии позвоночника у детей и подростков. Мы лечим сколиозы, кифозы, тяжелые комбинированные деформации, деформации на фоне различных аномалий развития. При необходимости хирургического лечения у нас в больнице оно выполняется в рамках ОМС и ЭКВОД, то есть на абсолютно бесплатной основе для пациентов. Вот. При необходимости какого-то дополнительного обследования, КТ, МРТ, рентгенографию – это все можно делать у нас при необходимости в центре. Адапатай специалиста аркашты, что артым пациентма. Харжаудан акции араштыр садуарашешывал это клиникон рэнчандона каппаришай. Происходит консультативный прием и отбор пациентов на возможные хирургические консервативные методы лечения вот в головной детской больнице. Спасибо Министерству здравоохранения, которое тоже оказало очень большую помощь. Была разослана информация по всем районным и городским детским поликлиникам, проведен отбор детей, находящихся на диспансерном наблюдении. Федералу медицину нуагдону доктор Талавар консультации тадартардар араш зашты сагат ирыштона. Уажит Залина Хуашсаута Алина Котайта Мария ирыштона хабарта.